Всем привет! В этом видео хочу показать вам свой заказ в компании Avon по 15-му каталогу. Первое, что я хочу вам показать, это вот такой вот детский парфюмерно-косметический набор. Пришел он вот в такой вот замечательной коробке и был запакован в полиэтилен, так что если будете кому-то брать, можете не волноваться. Упаковка хорошо запакована, все это выглядит очень достойно. Я уже распаковала, я думаю, что моя крестница, которой я собираюсь этот набор подарить, не обидится. И давайте посмотрим, что же там лежит внутри. Первое, что я вам покажу, это детское жидкое мыло в объеме 150 миллилитров, очень красивое. Я не знаю, как оно пахнет, потому что я этот флакон, естественно, не открывала и вообще ничего не открывала, потому что на подарок, но смогла открыть коробку, чтобы показать, как вживую все это выглядит. Далее в состав набора входит детский крем для рук в объеме 50 миллилитров, очень мило. Мне кажется, маленькие девочки должны с детства учиться за собой ухаживать и за своими руками в том числе. Также есть в этом наборе детская туалетная вода в объеме 15 мл. Обычный прозрачный розовый флакончик. Как она пахнет, к сожалению, непонятно, потому что не пахнет из крышечки. Ну, я думаю, что приятно, как-нибудь сладенько. Надеюсь, что моей крестнице опять же понравится. И последнее, что входило в состав этого набора, это детский блеск для губ. Он также продается отдельно. Имеет шоколадный аромат и он коричневого цвета. Объем 7 мл. Вот так вот он выглядит. Содержит мелкие блесточки. На губах, я думаю, этого цвета не будет. Будут просто блесточки или такое легкое мерцание, сияние и приятный вкус шоколада. Ну, по крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Набор этот предназначен для детей от 3 лет, и я думаю, что любая девочка юная будет очень рада, что ей подарили такой взрослый набор. Далее приобрела я себе две новинки, два лосьона для тела двухцветных, не могла пройти мимо. Взяла сразу оба, лесные ягоды и масло шеи, пряная корица и ваниль. К сожалению, вот эти вот полосочки на упаковке нарисованы, потому что в каталоге было ощущение, что прямо вот это крем внутри такими волнами, да, расположен. Но, к сожалению, это не так. И тем не менее, крем великолепный, хорошо впитывается. Корицу и ваниль я еще не открывала, но открыла лесные ягоды и масло ши. Что могу сказать? Там действительно содержатся мелкие блесточки цвета вот такого. Вот этот лосьон, он быстро впитывается и довольно приятно пахнет. Мне этот лосьон понравился, и я буду заказывать, скорее всего, себе еще про запас, потому что ну, замечательная вещь, на самом деле, на лето особенно, мне кажется, на загорелой коже будет хорошо смотреться. И на подарок кому-нибудь, мне кажется, как подарок это тоже очень неплохо смотрится, тем более в преддверии Нового года. Также заказала я себе новинку скраб для ног с маслом макадамии. Решила взять только скраб и не брать крем. И еще там какой-то продукт из этой серии вышел. Люблю я эти скрабы. Да, это баловство. Скорее всего, он такой же мелкодисперсный, как и многие скрабы из этой серии. Но для меня это как бы наоборот плюс, для меня это очень приятно, мне нравятся такие скрабы, мне нравится, что они приятный аромат имеют, хорошо, на мой взгляд, отшелушивают кожу, потому что я за своими ногами стараюсь ухаживать, и этот скраб всего лишь просто помощник в моем уходе, но ни в коем случае не основной фигурант, скажем так. Далее приобрела я себе вот такой вот кондиционер для волос из серии Advanced Techniques, всесторонний уход. Есть у меня шампунь, есть маска, есть также масло из этой серии, не было только кондиционера, чтобы всю эту серию на своих волосах испробовать. Вот я это упущение возместила, скажем, и буду пользоваться с удовольствием всей этой серией, надеюсь, мне понравится. Вообще хорошие отзывы на эту серию, так что надо пробовать. Также, разумеется, я не могла пройти мимо набора из 5 средств. Я редко прохожу мимо этих наборов. Многие мне пишут в комментариях, что зачем вы покупаете эти наборы, если они расходятся все время на подарки. Но согласитесь, что цена каждого продукта в наборе из 5 средств намного меньше, чем покупать их в розницу. Плюс эти средства довольно хорошего качества. И если мне в наборе что-то не нравится или не нужно, я его брать не стану. В этот раз в наборе есть 2 средства, которые я подарю, разумеется. Первое – это
Пена для ванн орхидеи и малина. Очень эти пены любит моя свекровь. Ну неужели я могу отказать свекрови и не подарить ей такую пену? Тем более, что расходятся они у нее очень и очень быстро. А орхидея и малина – это новый аромат. Он недавно появился, и я думаю, что он будет очень приятным. Что касается второго продукта, это гель для душа из серии Сенса с ароматерапией восточной орхидеи и малины. Крем-гель для душа. В наборе из 5 средств первый раз мне попадается кремовый гель. И все равно, тем не менее, я его подарю, потому что у меня гелей очень-очень много. Если я буду Эйвен собирать, то я просто, не знаю, утону в этих гелях. Так, что еще входит в этот состав набора? Это все остальное я оставляю себе. Очень рада, что мне второй раз попадается вот такой вот шампунь из серии Naturals, бесконечная свежесть. Шампунь ополаскиватель 2 в 1, имбирь и манго. У меня такой шампунь есть, я им сейчас пользуюсь, он мне очень понравился. Очень приятный аромат, волосы он хорошо промывает, волосы после него мягкие, немного, естественно, требуется им какого-то масла на кончике, например, да, или что-то в этом роде, например, можно маску какую-то нанести. Но даже как самостоятельный продукт, этот шампунь мне очень понравился, хотя я средства 2 в 1 не люблю. Но очень довольна, что мне его еще раз прислали, буду им с удовольствием пользоваться. Также я с удовольствием буду пользоваться вот таким вот лосьоном для тела из серии Skin So Soft «Нежность шелка» с маслом органи. У меня такой лосьон уже однажды был, и он мне очень понравился и ароматом, и тем, как он наносился, и тем, как он увлажнял кожу. Так что я довольна за такие маленькие деньги, сколько стоит этот лосьон в наборе. Вы его никогда в жизни один такой не купите. А в наборе он стоит мне лично как представителю в районе 50 рублей. Согласитесь, что это выгодно для хорошего качества продукта. И последнее, что шло в наборе, и, к сожалению, я ошиблась, эту вещь я себе не оставлю, это вот такие вот духи Little Black Dress. Я когда-то про эти духи уже рассказывала, я покупала обычную 30-миллилитровую упаковку. Мне этот аромат не понравился, но он понравился моей маме, она с удовольствием этим ароматом пользуется, так что я, когда увидела его в наборе, сразу поняла, что он пойдет к ней. В данном случае это шариковые духи, или как это правильно называется, парфюмерная вода с шариковым аппликатором. Мне ее, к сожалению, нет, вот открыла, сейчас покажу вам этот шариковый аппликатор. То есть там масляная такая субстанция, вы видите, она очень густая. Такие духи довольно стойкие получаются на масляной основе. И я думаю, что моей маме понравится маленький объем. Хорошая, в принципе, неплохая водичка, но она очень взрослая, и я, к сожалению, пользоваться ею не могу. Но моя мама вполне может. А также для своей мамы специально на подарок я приобрела сразу 3 миниатюрки парфюмерных водичек из серии Today, Tomorrow, Always. Я взяла ей вот такой вот аромат Today. Это цветочный аромат, здесь ноты розовый перец, флядоранж и мускус. Когда-то полгорода пахло этими духами, это было несколько лет назад, это было очень модно. Вот. И моя мама, разумеется, тоже пользовалась этими духами, они ей очень нравятся. Но еще больше ей на самом деле нравится аромат Tomorrow, который я, конечно же, тоже приобрела. Это цветочно-восточный аромат, здесь ноты спелой малины, африканской фиалки и душистая амбра. И этот аромат ей нравится, она им пользуется регулярно, у нее есть большая бутылка, но она стоит дома. А такую маленькую 10-миллилитровую миниатюрку она отнесет на работу и будет и там тоже приятно пахнуть. Вот. Ну и третий аромат, который я взяла, это Forever. Это цветочный аромат с нотами гибискуса, ваточника сирийского и мускуса. Этот аромат мне самой понравился, так что если я его ей не подарю, то оставлю себе. Очень приятный аромат, это парфюмерная вода, все это очень стойко, очень приятно по запаху. Мне кажется, что за такие деньги, за 200 рублей, вполне можно себе это позволить. Также по программе Avon Bonus за 1 рубль кое-что я себе приобрела. Вот в такой вот красивой коробочке пришел мне вот такой вот замечательный блеск для губ. На самом деле я его брала не себе, я брала его в подарок, поэтому взяла в таком вот темном варианте. Сама я блески для губ такого плана на самом деле не люблю, но посмотрите, какое шикарнейшее, просто шикарнейшее оформление. Очень красиво, и внутри коробочки
даже вот такая вот поролонка, да, чтобы это там не болталось, мне кажется, продумано и очень здорово, красивая такая вещичка. Просто шикарно. На подарок вообще супер. Ну и плюс ко всему, мне же это обошлось довольно-таки недорого. Также заказала еще одну закладку эйвенскую. Эту я заказала для мамы. Сама я пока читаю электронную книжку, но муж мой такой закладкой уже пользуется, вполне доволен. И вот эту я отдам маме. И компания прислала мне вот такие вот хлопья, 30 грамм. Это фитнес хлопья из цельной пшеницы. Поддержи программу против рака груди. Это то ли партнер Avon новый, то ли что-то в этом роде. Но было очень приятно получить такой пакетик. На один раз мне этого хватит. Если мне понравится, то, может быть, когда-нибудь я себе такие хлопья приобрету. Вот, это был весь мой заказ Avon по 15-му каталогу. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за то, что посмотрели. Всем пока!